Я приветствую всех на нашем канале. Сегодня я хочу сделать такой видеоотчет о гортензии. Гортензии крупнолистовой серии «Бесконечное лето». Наши подписчики просили меня, чтобы я показывала все цветущие гортензии в моем саду. И сегодня я хочу представить вашему вниманию вот такую мою красавицу. Могу сказать, что это удивительно красивая гортензия. Посмотрите, какой у нее большой шар. Несмотря на то, что гортензии посажены, это фактически ее первый год. В прошлом году она была выращена вот из такого маленького черенка. Естественно, она пыталась зацвести, но я ей не позволила. После того, как она вот перезимовала, несмотря на холодную весну и холодный старт, в общем-то, посмотрите, гортензии... Фактически каждая веточка у нее имеет бутоны. Ну, могу сказать, вряд ли, конечно, они расцветут, потому что, в общем-то, уже у нас август на дворе. Но, тем не менее, вот хочу представить, вот посмотрите, какая большая шапка цветов. Это удивительно красивое растение, которое цветет на побегах текущего и прошлогоднего года. Это вот удивительное свойство вот этой гортензии, как они ее называют, еще ремонтантной гортензии, которая позволит вам любоваться цветением, несмотря на то, что если даже вы не смогли ее уберечь в зимние холода. Куст достигает высотой 80-90 сантиметров. У меня это куст первого года, поэтому он вот такой еще незначительно большой, то есть высота его где-то сантиметров 60. На следующий год я планирую, что он будет у меня достигнет своей вот генетической заявленной высоты. Эта гортензия обладает повышенной морозоустойчивостью, но это не значит, что на зиму мы ее не должны укрывать. Обязательно укрытие мы ей делаем, но, конечно же, не такое серьезное, как для крупнолистовых обычных гортензий. Если вам удастся уберечь побеги прошлого года, то цветение у вас начнется гораздо раньше и более обильное. На сегодняшний день выведены различные сорта гортензии бесконечного лета. Цветки могут иметь форму махровую, полумахровую, вот как у меня вот здесь вот с такими полосочками. Если я сейчас обработаю ее квасцами, то у нее полоски превратятся в темно-синие, а цветочек будет с голубоватым отливом. Посмотрите, какой набитый вот такой цветонос. То есть это вот первый, это побег прошлого года, это уже побеги текущие. На сегодняшний день все, о чем я хотела вам рассказать. Выращивайте такую красавицу в своем саду. Это гортензии сорта, как я уже сказала, бесконечное лето, ремонтантной гортензии. Всем пока!